кадыровцы, храни их Бог. Вот вдруг оказались нежданные друзья. Ты нашего президента оскорбили, на нашу страну пошли. Они кричат сначала по-арабски «Слава Богу!» Ничто иное, Аллах Акбар, это «Слава Богу!» Просто «Аллилуйя» по-арабски. А потом «Слава России!» Сначала «Слава Богу!» Потом «Слава России!» И вы так думаете. Сначала Господь, потом все остальное. И если человек долгие годы пел, что Украина понад усе, юбер алес, выше всего, выше совести, выше мамы, выше церкви, выше Господа Иисуса Христа. Простите, простите, я очень извиняюсь, но это даром не проходит. Господь сам вступится за себя. Он умеет наказывать разгордившихся. Там духовная война. Первая такая война была на небе. Михаил и ангелы его воевали с сатаной и ангелами его, одни не за себя, за Бога.